участники первого слета пчеловодов Тверской области. Дорогие сандовчане, гости нашего района, а особо я хочу подчеркнуть пчеловодов наших Тверской губернии и вместе с тем пчеловодами тех областей, которые сегодня присутствуют. Я искренне рада приветствовать вас на Сандовской земле и очень горжусь, что именно нашему району выпадает честь открыть первую страницу истории общественного движения пчеловодов Тверской области. Нам необходима региональная программа развития пчеловодства. У нас есть региональные программы по молоку, по мясу, по льду, по модернизации, по переработке и так далее. По пчеловодству на сегодняшний день нет, но мы с будущего года готовы ее разработать. Поэтому будет ваше на это добро. Это позволит нам определенно оказывать помощь не только ту, которую сегодня мы оказываем, но и совместно с федеральным бюджетом, который дает нам определенные финансовые средства для того, чтобы поддерживать то или иное направление. Поздравляю вас с праздником пчеловодов. Желаю всего самого доброго, успехов вам. С праздником, уважаемые коллеги. Я считаю, что вот такое поднятие на статус государственного уровня всех вопросов, связанных с чайностью пчеловодов, имеет место благодаря такой созданной ассоциации. Мы считаем, сегодня, если этот вопрос действительно на таком важном форуме, первом слете, на Сандовской земле, искренне пчеловодческой земле, где герб имеет даже пчеловодческое создание, будет это правильно. Ну, а сегодня я бы хотел еще раз всех поздравить с замечательным праздником искренне русского народа, православного нашего народа, с замечательным праздником, это Медовым Спасом. С праздником, дорогие друзья! Мы отмечаем окончание строительства жилого дома. Совсем недавно, несколько месяцев назад, на этом месте практически ничего не было. А сегодня здесь стоит новый красивый дом, в котором получат квартиры 8 молодых семей из поселка Сандово. Счастье, благополучие новоселам и нам всем в Сандовском районе и Тверскому краю, чтобы побольше было таких домов, жилья, а это значит комфортные условия проживания. Это не только сегодня значимость района, это значимость области и значимость всей нашей страны. С праздником! Как уже было сказано, чтобы семьи ваши увеличивались, чтобы в ваших домах всегда был мир и покой. Семья – это малая церковь. И я хочу пожелать вам, чтобы вот эта малая церковь здесь, в этих стенах, она и созидалась. Ну, а руководству вам, Марина Михайловна, я хочу пожелать, чтобы вот такие вот события были у вас как можно чаще. И новоселий было как можно больше. С праздником вас! Квартира поклеена, есть линолеум, водонабиватель, все есть. Квартира под ключ, ничего делать сейчас не будем. Ага, а там посмотрим. А уж там на свой вкус уже, да. Может, еще переклеим какие обои. А так пока делать ничего не будем. Квартира готова под ключ. Дети рады. Сейчас сделаю, потому что у каждого будет практически у них, ну не у каждого, у них свои комнаты. Новое жилье, всегда здорово, замечательно.